В Израиле разрисовали вход в посольство Польши. Неизвестные нанесли свастику на ворота польского дипломатического учреждения в Тель-Авиве. По данному факту возбуждено уголовное дело. У входа в посольство Польши в Тель-Авиве неизвестные нарисовали свастики и написали оскорбление, пишет Хрыц. Израильские правоохранители начали расследование инцидента, который, как отмечает издание, произошел на волне всеобщего возмущения субботним выступлением польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который на конференции в Мюнхене заявил о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности. Варшава обратилась к властям Израиля, чтобы те разъяснили инцидент и приняли меры в целях обеспечения защиты польского дипломатического учреждения, сообщили в МИД Польши. Ранее Израиль подверг критике польский законопроект, который запрещает называть бывшие концлагеря на территории Польши польскими лагерями смерти. Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда. Корреспондент Нет разбирался, за что в мире критикуют польский закон о Холокосте, который в Украине называют антибандеровским. Новости от Корреспондент Нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.